Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы на финансовых рынках, как и всегда, говорим о ключевых фундаментальных событиях и о всем самом интересном, что происходит на площадках. Безусловно, друзья, открытие этой недели крайне жаркое, историческое, рекордное. Это фактически событие, которое вошло в историю. Мы его переварили, пережили. Это хорошо, потому что волатильность, с одной стороны, это большое количество возможностей. Ну и волатильность, с другой стороны, это также и причина панических настроений, страха, особенно если принимаются неверные инвестиционные решения. Друзья, на таких рынках, если вы не готовы работать на долгосрок, если вы не готовы работать с настоящими фундаментальными убеждениями, вам, наверное, лучше, как говорят трейдеры, посидеть на заборе и посмотреть за тем, что происходит со стороны. Но если же вы все-таки понимаете, что когда вершится история, нужно действовать, и это лучшие возможности, чтобы найти точки входа для таких же долгосрочных позиций, в принципе, как и значимые события, тогда нужно действовать. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на рынке нефти, потому что нефть сейчас это центральная тема после того катастрофического обвала, который мы наблюдали в понедельник. Напомню, что оно стало самым значительным с 91 года. Сейчас котировки восстановились. Brent на данный момент котируется на уровне 38.13. И те трейдеры, которые, в принципе, склонны видеть позитив даже там, где его нет, считают, что рынок тотальный. И рынок нефти, и фондовые площадки пережили, скажем, нахождение на донных уровнях, худший период, опять же, своего ценового состояния, и сейчас будут только восстанавливаться. Друзья, я продолжаю настаивать на том, что не нужно говорить гоп, пока не перепрыгнули. Ничего подобного. Фон не изменился ни грамма, он только ухудшился. Поэтому, если вы все-таки склонны полагать, что активы, которые вам интересны, будут дальше расти, я советую миллион раз подумать и еще раз освежить в памяти все те причины и фундаментальные основания, на которых рынок раньше обвалился. Почему мы видели фактически одно из рекордных снижений в понедельник по нефти? Потому что развалился энергетический альянс Содружества стран ОПЕК+, которая действовала с 2016 года и выполняла цель поддержания стабильности котировок нефти в условиях роста экономической и, скажем, торговой неопределенности. Очень актуальная тема, когда мы говорили о торговой войне между США и Китаем. То есть каждый раз, когда возникал значительный перекос между спросом и предложением, тут же в игру вступал альянс ОПЕК+, снижая добычу нефти и восстанавливая цены. Сейчас, друзья, этого альянса нету. Фактически с рынка убран единственный фактор, который мог бы в случае необходимости, когда потребуется помощь, помочь котировкам. Этого фактора, этой поддержки, друзья, сейчас нету. Поэтому, если и оправдывать локальный интерес, всплеск интереса к нефтянке, то, наверное, какими-то слухами, которые впоследствии не подтвердятся, либо техническими факторами. Потому что на сегодняшний день мы четко знаем, что Саудовская Аравия и Россия увеличит с 1 апреля объем нефтедобычи. Причем, если бы были надежды на то, что ОПЕК плюс Саудовская Аравия и Россия все-таки смогут вернуться за стол переговоров, отменить желание роста нефтедобычи и все-таки обозначить приверженность прежним, опять же, условиям по сокращению добычи, то мы бы сейчас не обсуждали сам факт того, что Саудовская Аравия и Россия продолжают мериться, как говорится, одним местом, сколько нефти они в целом могут добыть. И по данным Saudi Aramco, производство нефти увеличится, друзья, в перспективе ближайших 4 месяцев до 12,2 миллионов баррелей в сутки. Это рекордный показатель. Саудовская Аравия выйдет на рекордный уровень нефтедобычи. Россия также сообщила о том, что они могут сейчас увеличить добычу на 500-600 тысяч баррелей. Плюс ко всему, Саудовская Аравия снизила до 20-летнего минимума отпускные цены и намекнула на возможность раскупорки для продажи стратегических запасов. Это, друзья, самая настоящая ценовая война. Безусловно, кто-то сейчас может возразить, отметив, что зачем это Саудовская Аравия, ведь если мы сейчас будем говорить о таком понятии, как бездефицитность бюджета, то для Саудовской Аравии
этот показатель гораздо выше по стоимости барреля, чем для России. Например, для Саудовской Аравии бездефицитный бюджет будет только при ценах выше, по-моему, $75 за баррель. Для России, как я уже говорил, там в районе $45 за баррель. Но, конечно же, все это понимают в Саудовской Аравии, в королевстве. Просто, друзья, то, что мы наблюдаем сейчас, это ценовая война на выживание. Собственно, Саудовская Аравия рассчитывает на то, что тех ресурсов, резервов ликвидности, которые есть у них, которые они накопили со времен высоких цен на нефть, будет достаточно, чтобы прожить с такими ценами, которые сложились сейчас, ну, лет так 5. И за этот период много что может измениться на мировом геополитическом рынке, в том числе на этом рынке с него, точнее, могут уйти ряд производителей, в том числе и некоторые производители России. Будем следить за развитием событий. Друзья, я напоминаю, что рынок нефти валился и до того, как мы стали говорить о распаде альянса ОПЕК+. Раньше рынок валился на фоне опасений за темпы роста мирового экономического восстановления. Сейчас эти риски никуда не делись. Мы констатируем со всеми статистами, что сейчас количество заболевших перевалило уже за 119 тысяч, количество летальных исходов 4284. Европа фактически находится тотально под карантином, более 20 миллионов человек под карантином. В 8 штатах США объявлено режим чрезвычайного положения. Я думаю, друзья, то, что ситуация будет дальше ухудшаться, сам факт распространения требует все более и более жестких мер от правительства. Это приводит к сокращению экономической и деловой производственной активности, очень сильно влияет на цепочки поставок и бьет по мировому товарообороту. То есть, возвращаясь к нефтянке и к тому, что я сказал, друзья, уникальное сочетание факторов, коллапс спроса и предложения. И неужели вы думаете, что на фоне этого нефть сможет вернуться к прежним максимумам? Я думаю, что нет. Доллар иена 104.22, мы сегодня снижаемся. Почему? Потому что все трейдеры снова заговорили о том, что уже совсем скоро, через неделю фактически ФРС снизит процентную ставку на 0,5%. Goldman Sachs фактически настаивает на то, что нужно закладываться сейчас под это, делая акцент на продаже доллара. Кроме того, вчера очень пламенное выступление Трампа, где он в очередной раз призвал настойчиво, надавив на Федрезерв, что ставки нужно уже сейчас скидывать до нулевой отметки, чтобы быть на уровне с прочими регуляторами. Сегодня, друзья, в 15.30 выйдут данные по инфляции в Штатах. Прогноз слабый, еще один фактор давления на доллар. Евро против американца и фунт против доллара. Друзья, вот здесь стоит отметить, вы наверняка могли заметить, что на фоне обвала индекса доллара евро и фунт продемонстрировали довольно высокую степень корреляции. То есть антикорреляции с долларом и корреляции между собой. То есть они росли так же динамично, как слабел индекс доллара. Чтобы, опять же, не сидеть в двух позициях, я предлагаю на фоне того, что фунт откатил, сейчас выйти из британца. Мы к нему еще вернемся в плане продаж, потому что 26 марта будем уже готовиться к снижению процентной ставки. И там точно будет хорошее условие для того, чтобы фунт продать. А по евро мы с вами настраиваемся на заседание Европейского центрального банка, в ходе которого ставку по депозитам могут снизить до минус 0,6%. И очень меня интересуют подробности по, возможно, новым объемам программы количественного смягчения. Еврозоне нужно действовать, потому что последствия экономического воздействие негативного коронавируса уже очевидно. Фондовые рынки США снижаются. S&P 2786 пунктов. Я предлагаю ставить на уровень 2500 пунктов. И уверен, мы до туда доберемся. Доллар канадец. Цель 1.38-1.39. Друзья, сейчас котировки 1.37. И австралиец 0.65-0.3. Несколько часов назад S&P, рейтинговое агентство, сообщило о том, что австралийская экономика в июне уже окажется в рецессии. Об этом мы также говорили. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.